Что это такое? Ух ты! Это косметичка! Ага! Даже у мамы нет такой красивой косметички! О, этот цвет такой яркий! Сладкий запах! Далеми! Далеми, в чем дело? Нет, ни в чем. Я просто увидела твои средства для макияжа. Они такие красивые. Я просто решила понюхать и больше ничего. Честное слово. Ох, ясно, Далеми. Ты хочешь накраситься? Может, попробуем сделать это? Мне можно будет накраситься? А? Вот только мама говорила, что мне еще рано краситься, потому что я еще маленькая. А мы смоем весь макияж перед тем, как твоя мама вернется. Правда? Ух ты, как здорово! Так значит, ты не расскажешь об этом маме? Конечно, нет. Пора стать красивой. Да! Пора накрасить, себя украсить. Я хочу красивой стать. Я пудру нанесу, ресницы подведу. И теперь меня просто не узнать. О, Далеми! Давай накрасим, тебя украсим. Будет очень хорошо. Скажи сейчас мне, помаду я нанесу. Не узнаю свое лицо. Блеск в глазах моих и блеск на губах. Острым взгляд стал и острым носик. Стало лучше выглядеть я в твоих ловких руках. Посмотрите! Как прекрасно накрашенной быть. Все тебя сразу замечают. Это может голову мне вскружить. Такая красотка Далеми. Ух ты! Ух ты! Я считала тебя ребенком, а ты уже прекрасная девочка. Анна, можно мне примерить твои каблуки? Ну, конечно. Как красиво! Ну что, я красивая? Ты настоящая модель! Как прекрасно накрашенной быть! Каблуками стучу по дорожке. Это может голову вскружить. Смотри на меня. Ого, Далеми, ты очень красивая. Как прекрасно накрашенной быть. Все тебя сразу замечают. Обращены все взгляды на меня. Далеми? Далеми, что ты тут делаешь в туфлях Анны? Мама, я просто хотела их примерить. Ребята, что мы будем делать? Мне скучно. Хотите поиграть во дворе? Я не пойду туда. Слишком жарко. А давайте играть в магазин мороженого. Что? В магазин мороженого? Да, сегодня мы с дедушкой были в магазине мороженого. Ух ты! Звучит вкусно! Магазин мороженого! А как мы будем играть в магазин мороженого? Мы его нарисуем? У меня есть игрушка мороженое. Сейчас принесу. Та-да! Ух ты! Выглядит как настоящее мороженое! Я буду продавцом мороженого в магазине. Скорей, друзья, все сюда, в магазин мороженого. Угощу всех сейчас, устроим вечеринку. Что это? Это клубнично-ягодный вкус. А это? Это сливочный банан. А это? Это сладкая морковка. Фу, не люблю морковь. Ну а как насчет сочного вкуса арбуза? Да, мне нравится.
Я хотела бы это купить. Хорошо, я запишу бонусы вам на карту. О, большое спасибо. Играть в магазин мороженого весело. Это отличный магазин мороженого. Это точно. Все за мороженым, скорей идите. Угощу всех, приходите. Рожок холодный, вкус превосходный. Сладкий аромат. Жарко, жарко, очень жарко. Скорей в магазин приходите, я вас жду. Заходите к нам, угощу за мороженым. В магазине Далими всех вас ждут. Не ешьте слишком много. Ах, я счастлива. Хочу скорее вырасти и открыть настоящий магазин мороженого. А раньше ты говорила, что когда вырастешь, ты будешь выпекать торты, как твой папа. А еще раньше, как я помню, ты хотела стать писательницей. Да, это мой выбор. Но сейчас я хочу свой магазин мороженого. Что такое? Твой желудок. Доктор, все плохо. Мне кажется, ты голоден. В точку. Тебе не нужно лекарство. Тебе нужна еда. Да, доктор. Стетоскоп. Есть. Шприц. Есть. И очки с термометром готовы. Да. Приходите, больные, скорее ко мне, ко мне. Врач Далими поможет при любой беде. Приходите, больные, ко мне, скорей, скорей. Нет никого нужней. Что с моей, что с моей, что с моей головой? Сейчас сниму боль как рукой. Ух ты! У меня пальчик красный. Твой случай не опасный. Ух ты, ух ты, ух ты. Приходите, больные, скорее ко мне, ко мне. Врач Далими поможет при любой беде. Приходите, больные, ко мне, скорей, скорей. Нет никого нужней. Доктор, доктор. Нужно сделать укол. Ой. Ай. Всем на свете я помогу. Далими. Всем на помощь я приду. Далими поможет всем. Так лекарство наш чудо-врач. Всем Далими поможет. Приходите, больные, скорее ко мне, ко мне. Врач Далими поможет при любой беде. Приходите, больные, ко мне, скорей, скорей. Нет никого. Нет никого. Нет никого нужней. Далими. Пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Мама! У нас дома есть большой лист бумаги? У нас не получается рисовать на маленьких листах. Правда? Постойте. Ну что, достаточно большой? Нет, мама. Нам нужен лист еще больше. Как насчет этого? Нет, нужен вот такой большой. Ладно, вот такой подходит. Нужен очень большой, вот такой большой лист. Очень большой лист. Ага, кажется, я кое-что придумала. Ух ты! Вот, на этом листе вы можете рисовать все, что хотите. Ура! Я нарисую огромное. Мне нравится. Веселитесь, ребята, а я пойду. Я нарисую прекрасную фею, у которой будут крылья за спиной. Я нарисую голубого слона, у него большие уши и длинный хобот. Я нарисую мощный красный трехэтажный автобус. Бип-бип! Будем рисовать! Почти закончила слона. Все, что захотим! Ля-ля-ля-ля! Мы окажемся сейчас в красочной стране. Там по радуге
Я очень рада! Мы молодцы! Точно! У нас еще осталось свободное место! А? Ты прав! Что же нам нарисовать? А? У меня появилась идея! Что это такое? Я поняла! Это дверь! Все верно! Не забудь про дверную ручку! Очень похоже на настоящую дверь! Тук-тук-тук! Есть кто-нибудь дома? Это нарисованная дверь, тебе никто не ответит! Ага, понятно! А я думала, что она настоящая. Все готово. И я. Даже не думай раздражать меня. Я тоже хочу. Нет уж, стой, уходи. А? Все в порядке, Дарья? В чем дело? Что произошло? Она пыталась... Далеми, что ты сделала? Мама, я не толкала ее нарочно. Далеми, ты не должна так себя вести. Запомни, нельзя так поступать только потому, что ты злишься на Дарью. Нет! Мама, я вовсе не... Ты должна быть для нее старшей сестрой. Все совсем не так! Мама, я не хотела ее толкать! Ты даже не хочешь меня слушать! Вечно обвиняешь меня в том, чего я не делала! Что? Я не хочу быть старшей сестрой! Далеми! Дарья первая начала. Все случилось из-за Дарьи. У моих друзей нет братьев и сестер, так за что это мне? Вот бы мне никогда не иметь сестренки. Жила б я как во сне, мешает мне жить. Не дает одной быть, игрушки берет и не отдает, ест мою еду, не желаю никому. Иметь сестру, да, ведь с ней так сложно. Я должна делиться с ней всегда, потому что старшая сестра. Я должна быть терпеливая, потому что старшая. Всегда наказывают меня, хоть я не виновата. Хочу, чтобы мама меня любила так же, как и сестру. Сестра всегда ломает все и проливает молоко, царапает и портит вещи, и то еще, и что похлеще. Надоело мне она! Я должна делиться с ней всегда, потому что старшая сестра. Я должна быть терпеливая, потому что старшая. Всегда наказывают меня, хоть я не виновата. Отныне старшей быть сестрой я не хочу. Надоело. Я хочу, чтобы у меня не было сестры. Ну, конечно! А? О, нет! Дарья! А? Куда она ушла? Дарья! Дарья! Это? Это сани Дарьи! Но где же она сама? О, Дарья! Где же ты, Дарья? Что мне делать? Скоро мама и папа узнают об этом. А? Это игрушка енот!
ты, Дарья? Дарья! О, нет! Дарья! Она пропала! Что же делать? А? Так это все из-за моего желания? Что же мне делать? Дарья исчезла, потому что я загадала плохое желание на Рождество! О, сестра, где же ты? Где ты ходишь сейчас? Я хочу, чтобы ты непременно нашлась. Санта-Клаус, ты меня услышь, я прошу, отмени желание. Ты меня прости, я хочу обратно сестру. Если ты вернешь мою сестру, буду я дружить с ней всегда, всегда. Мы елку украсим, слово даю, игрушки любые отдам ей. Если ты вернешь мою сестру, буду я дружить с ней всегда, всегда. Я ведь ее так люблю. Дарья! Вернись, моя Дарья, вернись! Сестра! Дарья! Сестра! Я ведь ее так Дарья! Люблю. Ну что, вы готовы вызвать пожарных? Один, два... Пожарные! Добро пожаловать! Ух ты! Дети, я пожарный, и сегодня я проведу для вас урок. Здорово! Так, ну что ж, давайте начнем экскурсию по пожарной части. Да! Я объявляю о начале нашего урока. Мы все пожарные! Мы все пожарные! Модные шлемы у нас! Да! Да! Тра-та-та-та! Та-та-та! Высший класс! Да! Нужно вытащить защитную чеку. Нужно чеку нам вынуть! Вынуть! Продолжаем. Нажимайте на ручку. Ручку! Не жалейте сил. Вот так, да? Чтобы пожар утих. Вот так. Да-да-да-да, ну вот и все. Хорошо, а теперь учение по эвакуации. Рот и нос прикройте. Срочно! Осторожно, к выходу. Друг за другом не спешим. От пожара убежим. От огня мы защитим всех! Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать. Команда пожарных к вам направляется. Да-да-да-да, да, чтоб от огня спасать. Ух ты, пожарная машина! Хотите ее осмотреть? Да, да, хотим! Конечно! Хорошо! Я с любым пожаром справиться сумею! Да! Осторожно и безопасно! Дайте срочно нам проехать, времени мало! Пожарная машина уже в пути! Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать! Команда пожарных к вам направляется! Да-да-да-да-да, чтоб от огня спасать! Да! Дети, вам понравилось в пожарной части? Это было здорово! Это было весело! Помните, что с огнем нужно быть осторожными. Если случится пожар, вы сможете применить полученные навыки? Да! Хорошо! Пожарные такие классные! Давай, хорошая идея! Дарья, сейчас мы вместе попробуем научить тебя считать! Считать! Да, считать! Считать, считать! Хорошо! Единица я... Один! Один! Единица это...
это один. Я на зонт похожа, посмотри. Один. Один. Да. Я двойка. Два. Два. Двойка это два. Да. Да. Я как уточка. Кря-кря. Два. 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 Да. Три. 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 Трое нас, да, да. Трое нас. И на цифру три похожи крылья у меня. Три, 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 три. Мы сидим, ты посмотри. Цифры вместе мы изучим. Один, два, три. Мы сидим, идем играть. Цифры будем вместе изучать. Четыре, пять. Как весело. Один, два, три, четыре. На лодочку четыре. Я пятерка. Пять. Пятеро нас. Пять. Я облаку здесь негде упасть. Пять, пять, пять. Не сиди, давай играть. Цифры вместе мы изучим. Один, два, три, четыре, пять. Не сиди, идем играть. Цифры будем вместе изучать. Ха-ха. Один, 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 один. Два, два. Ну что, Дарья, теперь ты поняла? Итак, что это? Один. Все верно! Молодец! А это что?